Нью-Йорк, Бруклин. 18 марта, 10 часов утра. Тема сюжета – пряничный домик. О пряничном домике мне известно 3 сказки. Автор одной из них – братья Гримм. Главные герои – Грензель и Гретель. Автор другой из них – Шарль Перро. Главные герои – Жан и Мари. Сюжет одинаков. Дети уходят в лес, заблудились, попали к злой ведьме, в сказочный домик из пряников, где мальчика начинают откармливать, чтобы его съесть. Но девочка оказалась достаточно хитрой, чтобы саму ведьму засунуть в печь, и дети убегают домой, к родителям. Сказка учит не очень сильно доверять чужим взрослым. Русская сказка. Главные герои Валя и Маша, тоже заблудившись в лесу, попадают в пряничный домик, где хозяин медведь, обидевшийся и разозлившийся на них за то, что они домик его начали есть. Вот. Но потом дети попросили прощения, медведь их простил и пригласил в гости на пряники, которые он для них специально испечет. Ну а главное и самое увлекательное – пряничный домик – это лакомство, которое выпекается к Рождеству и ставится под елкой. За это очень любимо. Ну а я сейчас еду посмотреть пряничный домик, который находится в Бруклине по адресу 8220 на Роуз-авеню. Дом этот построен по проекту архитектора Джеймса Сарсфилда Кеннеди в 1917 году. В нем 6 спален, 3,5 ванных. Строился он для магната Говарда Джонса. С 1980 года домом владеет Джерри Фишман. Он вырос в окрестностях здесь. И еще мальчиком был очарован этим домом. И свою будущую жену Диану он на первом же свидании привел к этому дому и сказал: «В один прекрасный день мы с тобой поселимся здесь и будем жить». И вот уже 30 лет они здесь живут, в этом доме, счастливой жизнью. Вот. Но сейчас решили переехать в более теплые края. И дом выставлен на продажу. С 2009 года он уже висит на продаже. Вот. И цену сейчас уже снизили на целый миллион долларов. Сегодня дом стоит 11 миллионов. Если есть желающие, то, пожалуйста, дом еще не продан. Вот такая достопримечательность этого красивого района Бруклина. И буквально в 100 метрах отсюда океан.